Брунер, привет! Привет, Пости! А почему эта посылка лежит на земле? О нет, я забыл закрыть багажник. Посмотри, у меня там еще остались посылки. А сколько посылок ты вез? У меня было 3 посылки. Значит, тебе осталось найти еще 2. Как же так получилось? Все ведь надеялись на меня, а я... Не переживай, Пости. Я помогу отыскать тебе все посылки. Ты помнишь, какой дорогой ты ехал? Да, помню. После недавней грозы вдоль дороги упало дерево, за которым была спрятана тропа. Я поехал по этой тропе. Веди меня. Сейчас мы соберем все твои посылки. Ой, что это? Похоже на следы динозавра. Динозавры? Нет, на такое я не договаривался. Пости, постой! Все динозавры остались в далеком прошлом. А чьи тогда это следы? Наверное, это просто чья-то шутка. Ты действительно так думаешь? Ну, конечно. Поехали, Пости. Жители города Блум ждут своих посылок. Ты прав. Я не могу их подвести. Только чур ты едешь первым. Но я ведь не знаю дороги. Хорошо. Только тогда держись ближе ко мне. Смотри, вот и вторая посылка. Ой-ой-ой, кажется, я сейчас упаду. Пости, нет! Пости, бедный Пости. Ой, это было больно. Кажется, я здесь застрял. Я думал, ты упал прямо в воду. Я хочу выбраться отсюда. Сейчас я позвоню к спасателям, они вытащат тебя. А что же будет дальше? Это зависит от тебя. Пиши в комментариях под этим видео, какому из спасателей позвонит Брудер. К Поле? К Рою? Или к Хелли? Тот спасатель, который наберет больше всего комментариев за 3 дня, окажется в следующем видео. Также на канале Monkey2 смотри мультфильмы, видео с детьми, презентации игрушек, видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, уроки рисования «Кубик расскажет».